В Саратове задержали подозреваемого в нападении на таксиста. 27-летний арестованный сообщил следователям, что вызвал такси и попросил отвезти его на Кумысную поляну. По словам подозреваемого, доехав до места назначения, мужчины повздорили. И тогда он потребовал вернуть деньги. Задержанный утверждает, что таксист сам отдал ему 400 рублей. А вот водитель говорит, что пассажир отнял у него 800 рублей, угрожая расправой. Таксист, ну, поругались на громких тонах, он мне отдал свои деньги, 400 рублей там было, 400 или 350. У подозреваемого и потерпевшего различные версии произошедшего. По словам подозреваемого, он действительно угрожал водителю машины, чтобы тот передал ему денежные средства, но при этом не использовал нож. Что касается самого потерпевшего, он уверен, что хотя в салоне машины было темно, но к его горлу был представлен именно нож.